Всем привет, с вами канал Ukrainian Detroiter, и сегодня мы с вами в Cedar Point. Cedar Point — это один из самых популярных парков аттракционов в Америке. Находится он в городе Сандуски, Огайо. Здесь порядка 15 экстремальных аттракционов. И самый известный из них — это называется Dragster. У него высота 130 метров. И скорость разгоняется в самой низшей точке во время свободного падения порядка 200 км в час. Сейчас мы с вами прокатимся на горке Millennium Force. Она 310 фит, это порядка 100 метров. Мы проехали на Millennium Force, это, конечно, ощущения неимоверные. Снимать там нельзя, поэтому видео не будет. Скорость при спуске с этой горки примерно 100 миль в час, это порядка 160 км в час. Когда спускаешься вниз, с самого первого подъема, это ощущение невесомости просто какие-то нереальные. Сейчас мы с вами прокатимся на горке Гейткипер. Мне она нравится больше всех, потому что самая главная, много поворотов, переворотов, всего чего угодно. Лично по моим ощущениям, это самая лучшая горка здесь. Кроме парка аттракционов, сегодня мы еще пойдем в аквапарк. У нас билет, который можно 2 дня посещать и аквапарк, и парк аттракционов. Очередь на вход в парк просто дичайшая. Метров 400, наверное. Не знаю, с чем это связано, но очень большая очередь на проверку вещей. Мы уже зашли вовнутрь, так сказать. И теперь начинаем исследовать что-то. Нельзя снимать сбор актуального видео, но мне попался здесь один неплохой оператор, и он сказал, что я могу сделать это один раз. Так что сейчас я вам покажу видео с одной горки. Горка называется Wild Valley. Ребята, паркуемся, сейчас поедем. По сравнению, конечно, с американскими горками, это просто детский сад. Но посмотрим, что из этого выйдет. Ребятки, вообще нету.
Ехали только что на этом круге спасательном. В общем, прикольно, но нужно, чтобы было больше людей, как минимум хотя бы 4. Когда будет больше скорости, более фаново будет ехать. Плывем. Самое бесполезное тут занятие. Лежишь на круге и плывем. Так, ну все, с аквапарком мы решили завязать, и остальное время мы проведем в парке аттракционов. В общем, что я могу сказать, что аквапарк — это как бы прикольно, но тот уровень ощущений, который здесь получаешь, невозможно сравнить с тем, который на парках аттракционов. А особенно это невозможно ощутить после того, как мы проехали несколько горок в парке аттракционов, пришли в аквапарк, то эти горки все вообще, ну, просто детский сад. И как бы, если идти в аквапарк, то лучше сходить сначала в аквапарк, а потом уже в какой-нибудь другой день идти на аттракционы. Ребята, вот мы уже вернулись назад в парк аттракционов, перекусили, и теперь пойдем прокатимся на самой топовой горке здесь. Которая самая высокая здесь и самая быстрая, 200 км в час. Горка называется Драгстер, потому что там идет имитация, как машины соревнуются на драг-гонках. То есть стоит огромный светофор, все стоят на красный, потом переключаются на желтый, когда зеленый включается, то ракета пошла в космос. Вот мы и прокатились на этой горке. Ну, я, конечно, скажу, это ощущение просто неимоверное. Во-первых, старт неимоверно быстрый за счет пневматики или гидравлики, не знаю, чего там, какая у них система. Ну, это просто что-то неимоверное. Вверху она настолько высокая, что сразу такое впечатление, что горизонт прямо изгибается. Чуть ли не в стратосферу какую-то ушел. Ну, очень круто, серьезно. Сейчас мы пойдем на горку Вовравен. Как она там как-то так называется. Но особенность ее то, что падение начинается с отрицательного угла. То есть горка буквально прям под отрицательным углом уходит вниз. Наверное, это будет вообще самая крутая из всех, что тут есть. Проехались на этой горке, и это реально самая крутая. Я немножко соврал, у нее только 90 градусов, никакой здесь не отрицательный, но она зависает перед самым снизком, то есть в таком вот вертикальном положении с висшим горы, зависает на 2 секунды или на секунду, и это реально, ну, придает ощущений. В общем, реально самая крутая горка, которая здесь есть. Мы вместе с билетом себе купили возможность брать бесплатные напитки в неограниченном количестве раз. Это такой вот автомат, в котором можно выбирать такие напитки.
столько вариантов Coca-Cola и всех остальных, я просто вообще никогда не видел. Например, особенно катают это с лаймом Coca-Cola. Следующая на очереди горка, самая новая здесь в этом парке. И главная ее особенность, что она полностью сделана из дерева. Но при этом она такая же экстремальная, как и все остальные. Сейчас затестим. На первом месте в рейтинге топ-100 горок в Соединенных Штатах. Во время полета сожрал какую-то муху. Рукам деваться вообще некуда, то есть держит тебя только за ноги. И руками не за что схватиться, поэтому тебе просто некуда деваться, и тебе нужно их отпускать, и они должны телепаться там в воздухе. Но, в общем, ощущения нереальные. Единственный минус, конечно, этой горки, то, что мы простояли в очереди 2,5 часа. То есть за это время можно было прокатиться на трех еще других. Но это потраченное время того стоило. Эта горка, конечно, оправдалась. Один хороший момент, что вечером мне все-таки удалось на одну горку пройти с GoPro. Сейчас я вам покажу это видео. Круто, правда? Ну а наш день уже подошел к концу. Сейчас будем выдвигаться к выходу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. И надеюсь, что было интересно. Всем пока.